Всем привет, привет! Собралась с девчонками в магазин. Валера, не знаю, пойдет с нами, нет. Вот, не знаю, куртку правильно что ли одела. Там что-то 18-20 показывает. И тут вот у меня маечек. Думаю, жарко не будет. Вот. Пойдемте в магазин. Покажу, какая у нас природа тут за несколько дней, пока на дома сидим. Тут буйство такое. Солнышко. Че, всем пошли? Привет. А папа где? Не знаю, сейчас он может придет, может не придет, не знаю. О, красотища какая. Тепло, вообще тепло. Ну, короче, нормально. Я что, куртку одела, ветер холодный на улице. Он иногда хотел сирень показать. О, красота какая. За несколько дней распустилась красавица. Ну, короче, в куртке нормально, потому что солнце-то что-то выглянет, то не выглянет. В общем, пойдемте купим в магазин что-нибудь. Залезла яблоня как. У нас около дома, тут недалеко. Это крупные цветки какие. Здорово. И такой гул стоит от насекомых. Пчелки, наверное, тут полно. Красиво. Вот Гуля у нас тут около дома. У нее уже, наверное, в каждом видео у меня. Наверное, только их подкормили. Запах от нее прям вообще как это парфюм духов. И вот еще кусты идут. Ой, ребят, смотрите, какая трава высокая. За несколько дней выросла. Скоро косить будут. Тут школа у нас. Такие букеты еще стоят. Вон еще в середке сирень поярче. Не, он реально трава какая. Ну все, теперь косилки скоро включат, будут жужжать. Вот. Ой, ребят, вот жалко вам, камера запах не передает. Вот невероятные цветы такие крупные, прям прикрупные. Это жасмин, наверное, да? Тут ягоды какие-то. Ну, или барбарис, или жасмин. Я не знаю. Может, это вишня? Нет, это не вишня. Яблоко. Вон, видите, обломилось. Тут под тяжестью вот этого цвета. Эта бедная ветка, она упала. Да, жалко. Вот сейчас отойду. Вы посмотрите. Сдалека такой размах. Вот она. Вот эта вот вся ветка бабахнулась. Прям можно собирать целый букетище. А что это я ведь еще тот натуралист? Я не знаю, что это. Вот по-моему, какие-то ягодки. Жасмин это. Ну или красный боярышник. Боярышник. Рябинок? Короче, не знаю. Мне кажется, это жасмин. Потому что пахнет вот жасмином прям. Ну, клево. Жалко. Оно теперь вот сейчас завянет все. А у меня волки будут. Птички поют. У нас, ребят, кругом сосна. Такой вот двор красивый. Мы вот здесь вот хотели квартиру. Вот эти, по-моему, окна даже как купить.
А, и вот здесь еще тоже на первом этаже хотели. Которая с горящей? Да, четырехкомнатная вот здесь вот продавалась. Там однокомнатная горевшая, горелая, как правильно, горела, в общем, там пожар был в одной комнате. В общем, ремонт такой был нужен, что жить нельзя было, а нам надо, у нас семья большая, надо было заехать и потихоньку делать. Вот тут вот только недавно, лет 5 уж прошло, ее только продали, смотрю, пластиковые окна на лоджию заделали. Только это. Кто-то купил, наконец-то, столько лет. Там, короче, у них сама хозяйка, она умерла, остался сын. Жили вот в ней, в этой вот квартире, сын и отец, и они пили. У них вот горело. Долго не могли продать. Вот мы ее хотели. Это садик. И тут за нашу школу садик. Ну, сейчас, конечно, все не работает. Все так тихо, спокойно. Вот иногда тучи раз и набегут. И ветер такой ледяной-ледяной. Ишь, капюшон одеваешь. Ну вот, пришла я с магазина. У нас получилось мы 3 пакета. Вот что купила. Начнем, наверное, отсюда. Это у нас хлебушек с чесноком. Любим его. Настя захотела себе картошку фри. Такие печеньки масляные в основном. Ну, я люблю такие вот. Если я ем печенье, то песочный такой хворост. Как-то никогда покупала уже. Ну, быстро у нас ушел. Майонез обычно я вот Махеев не беру. Беру мистер Рика. Ну, это по акции был, взяла, короче. Большой объем тут. Поэтому взяла. Семья большая, у нас все уйдет. Так, сэндвич с ветчиной кому-то. Обоим, значит, и Ане, и Настеньке. Оладьи. Так, я готовлять не люблю. Оладьи девчонкам тоже взяла вот такие. Финики попробовать. С косточками вот не очень люблю. Без косточек ни разу не брала. Вот они такие крупненькие. Прям интересно выглядят. Попробуем. Сыр, по-моему, вот такой первый раз взяла. Рыбку копченую. Пара конвектор. Два десертика. Десерт у нас с черносливом. Очень любим его. Съедается прям сразу. Огурцы, помидоры, салатик. Хочу сметанкой сделать. Молоко кошкам. Ну и тоже мы пьем. Девчонкам вот пиццы разные еще. С чем это? Это ветчина, грибы. А это у нас просто мясная. И да, мясная. Вот такое молочко. Сгущенное. Очень нравится. Очень упаковка у него удобная. Ведерком. Не люблю эти банки железные. И вот такие вот пластиковые. Сейчас покажу. Марлен тут рвется. Сейчас открой. Окошки у меня тут. Я закрыла дверь. Вот такие вот тоже не люблю. Вот у нас кончилось уже чем-нибудь налить. Потому что вот они засыхают. А эти вроде поаккуратнее. Ну и не железная банка. Была салат «Уралочка», не знаю, состав видно, грибы, там морковка копченая, грудка, в общем, Настя обожает, и я. И вот такой легкий салат взяла, овощной, с крабовыми палочками. Ну, такой легенький, сейчас поужинать. И вот такую колбаску взяла. По-моему, я уже ее брала. Нет, здесь упаковки нет, но картинки этого завода. Она московская. Знать. Вот. С жирком что-то хотелось такое. Дубки брала я в прошлый раз. Но это какое-то прям подобие колбасы. Там мясом им не пахнет. В общем, вот так закупились. Шло у меня, наверное. А, ну Настя вот сырник еще не спал. Ну куда она вот без сырника любит его? Вот готовить не люблю такое все. А приходится вон. Вот кастрюля вообще вот у меня с плиты не слазит. Такими вот. Это ежедневно у нас вот супчик, чтобы был какой-нибудь мясо, гарнирчик. Вот и каждый день варить. Дня на два хватает мне.
И вот так вот закупаемся. Раз в 2 недели. 2000 у меня ушло. Вот так, ребят. Как жить? Сумму огуречки с помидорками помыла. Вот такие вот это наши тепличные огуречки. Очень вкусные. За помидорки ничего не могу сказать. Так, пойдут. И забыла еще сказать вот про этот десерт. Купили творожный фруктовым со злаками. Состав какой. Вот, и Валере очень нравится, и девчонкам. Вот так вот он. С такими крошечками. Иногда едят. Вот. Забыла про него. Вы посмотрите на нее. Аллилуйя! Кошка ест наконец суп. Я уже боюсь двинуться и сижу на стуле и не дышу. Офигеть. Бонни. Прорвала. Рыбка подействовала, наверное. Да он так чмякает, а вот прикус у нее, что ли, такой прям ням-ням. Так прикольно. Ой, обожаю на кошек. На животных смотреть, на детей. Можно на природу, на огонь, на воду. Можно бесконечно. Кушай. Ой, ребята, еще забыл. Есть сегодня вообще какая-то забывалка. Вот такой лед еще Настеньке купили. Настя, как он? Лед этот. Вкусный? Очень вкусный. Всем привет скажи. Ну, она говорит, очень вкусный. Ну, цвет у нее языка потом, да, вот такой, да. Вообще ужас, да? Вот такой вот сиреневый у нее. Это лед. Ну, в общем, говорит, вкусно. Уж не знаю, полезный, нет? Нет. Нет, говорит, не полезно, но вкусно. Привет, привет. Ну, что, ребят, она супчик так не стала есть. Вон рыба ей наложила, я не знаю, как с ней бороться. Это у него прикус такой вот живет. Рыбу обожает. Размяукалась, распищалась. И Бонька распищалась. Где Марлюшка? Марлюшка вон, вы представляете, она ее не пускает. У них тут сейчас прям разодрались. Ну, лапами так, не вот. Это тоже поела уже. Иди, Марлюша, иди. Иди, кушай, маленькая. Ну, как вот им не дать? Я не знаю. Они для нас как дети, что ли. Как вот я им не дам? Ну, пришлось кусочек вон рыбки этой дать. Ой, ребята, а финики вот эти вот без косточек, которые... Они прям на финики-то не похожи. Такие засахаренные, как снеки. Какой... Ну, вкусный. Прям красота. Вот салатики выложила. Хотела показать, как они выглядят. Это вот уралочка, которая с морковчой, с грибами, там, с огуречками. Такая она остренькая, как закуска, наверное, больше майонеза. А это больше такой весенний, летний, что ли, салатик. А тут и помидорки, кукурузка. Обвые палочки, такое освежающее. Рыбка вот такая вот конвекторная. Она больше как печеная, что ли, похожа. Но совершенно попробовала не соленая. Сыр вкусный очень. Колбаса тоже. У нас на ужин вот макарошки с котлеткой. Сейчас вот кушать будет микроволновка. Да. Кошкам намяла, вон наложила. У них, короче, супчик. Вот, обожают, чтобы в суп что-нибудь им положили. Вот такую кильку обожают. Вот, не знаю, что она им нравится. Вот это вот в томатном соке. Паштет хуже едят. И немножечко вот колбасы им натерла. Ну, вон, никого нет. Не знаю, где они. Вон, они сидят в шоке в таком этом. Что-то ждут. Да? Жмусенька у нас вышла. Не хотят. Бонька не знаю, где. Ладно, нам приятного аппетита. Будем кушать.
Слушайте, ребят, сейчас прикол. Я дочке жалуюсь, говорю: доча, ну как я вот своим кошечкам, как вот я им рыбки вот такой вот не дам? Они же у меня такие, как дети, такие хорошенькие. Говорю: а если бы я в прошлой жизни кошкой родилась, и мне бы рыбки так же хотелось? Аня такая: угу. Я говорю: Аня, это дура? Я дура, наверное. Она смеется, это вообще. Мама такой, говорит: ты подумал, ты кошкой была? Ну, он Муся, он сидит, облизывается. Все, они уже покушали, довольны. Два кусочка все-таки съели. Света дурочка им надавала. Ну, суп стоит. Сейчас все помою, тут все чистенько будет, не смотреть. Они в тарелку накидаешь, не будут есть. Да, Бонечка? Да, Мусинка, красавица ты наш. Правда, она красивая? Только вот эта дикая. Все-таки, что мы ее подобрали. Вот папка-то у нее уличный кот. Такой террорист прям был. Вот. Сказывается, наверное, вот порода. Вот, вроде все пенится. А, сейчас вот бабушку мыть, маму буду мыть. Она у нас сама не помнит ничего. Ни ванну, ни полотенце свое не помнит. Ее надо покупать. Мы поужинали, все. Мама поела, мы с Санечкой. И кошки наши все поели сейчас. Ну, видео буду заканчивать. Сейчас маму буду купать. На каточке ей подстричь надо. Да будем спатеньки ложиться. Да, Бонечка? Ой, Бонечка, Мусинка. Ну, вот красавица же какая. Смотрите, ну, диковато. Она уже на руки мне смотрит, чтобы я, не дай бог, ее не тронула. И хвостом дергает. Не любит, совершенно не любит, чтобы ее трогали. Не то что гладили. Один раз с Валерой лекарства ей давали. Так она Валере так вывернулась. Он ее в плед завернул. Прям в плед завернул. Одну Мосинку оставишь, чтобы ей только шприцом вбрызнуло лекарство. И она вывернулась, прокусила руку. У него клык остался ее. Да такой. Он говорит: нафиг она мне больше нужна, и не подходит к ней уже. Не проглистить не могу. Никогда кота просит. В общем, она у нас без всяких средств. Ладно, ребят. Буду видео заканчивать. Всем пока-пока. Такой небольшой сегодня обзорчик ужина. Буду маму купать сейчас. Все, всем пока. До новых встреч.